реакция на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном. Стивен Силлер. Фергюсону не суждено провести бой с Нурмагомедовым. Боец смешанного стиля Стивен Силлер посочувствовал Тони Фергюсону в связи с отменой поединка против россиянина Хабиба Нурмагомедова за пояс временного чемпиона UFC. Бой должен был состояться в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе, но он был отменен в связи с проблемами со здоровьем Нурмагомедова. Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым был отменен в третий раз. «Я сочувствую Фергюсону в эти минуты», — написал в своем твиттере Силлер. «Просто отдайте ему Конора, потому что бою Фергюсон-Нурмагомедов просто не суждено состояться». Отметим, что для россиянина этот поединок должен был стать 25-м в карьере. Все предыдущие завершились его победами. Обладатель титула временного чемпиона должен был стать претендентом на поединок с Конором Макгрегором, который владеет постоянным поясом. Джо Роган. Экстремальная сгонка веса – главная проблема ММА. Комментатор UFC Джо Роган подчеркнул, что экстремальная сгонка веса пагубно влияет на бойцов. Ранее стало известно, что бой за пояс временного чемпиона UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном отменен из-за проблем со здоровьем российского спортсмена, полученных при экстремальной сгонке веса. «Экстремальная сгонка веса – главная проблема ММА», – написал на своей странице в Твиттере Роган. «Нам нужно найти решение, благодаря которому бойцы смогут выходить в октагон с нормальным весом. Сильное истощение себя за 24 часа до боя в октагоне имеет огромные последствия для здоровья спортсменов». Нурмагомедов-старший прокомментировал решение об отмене боя его сына. Абдулманат Нурмагомедов прокомментировал ранее принятое решение об отмене боя его сына Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона. «Это было правильное решение. Нельзя рисковать здоровьем. Будущее карьеры Хабиба обсудим позже, через неделю. 2 года ему еще можно выступать. Но эта сгонка веса дала о себе знать. Как говорят специалисты, как раз она и влияет на камни в почках», — цитирует слова Нурмагомедова-старшего Эрспорт. Добавим, что бой за титул временного чемпиона UFC в легком весе между Хабибом и Фергюсоном должен был состояться сегодня в Лас-Вегасе. Однако ввиду госпитализации Нурмагомедова врачами было рекомендовано отменить проведение встречи.